Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моей странички «Госпожа Таро». Давайте сегодня посмотрим, что ждет в отношениях на этой неделе. Напоминаю, что расклад общий и может проиграться не у всех. За личным раскладом обращайтесь ко мне в Instagram «Госпожа Таро». Напишите мне, и мы разберем вашу ситуацию вместе. Что ждет в отношениях на этой неделе? Давайте посмотрим. Король мечей. Это властный, авторитетный, сильный и уверенный мужчина с высоким уровнем интеллекта, практически никогда не ошибается и всегда способен выйти победителем из любого спора. На данный момент он борется со своим паническим страхом. Скорее всего, это страх потерять вас. Хотя с виду он сильный и самодостаточный, но по ночам он очень мучается сомнениями. Паж Пентаклей. Он прекрасный любовник, человек, который чувствует малейшие ваши потребности. Возможно, ему немного недостает романтики, однако он всегда позаботится о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно. С ним очень легко в быту. Кубков. Он по уши влюблен в вас, и на этой неделе от него поступит приглашение на свидание. Он будет осыпать вас комплиментами. Кому-то из вас признается в любви. Для тех, кто в паре уже давно, возможно предложение жить вместе или узаконить связь. У кого-то это может быть даже новость о беременности. Вот такой у нас получился расклад. Пишите в комментариях «благодарю и принимаю», чтобы расклад быстрее проигрался для вас. А я благодарю вас за ваши лайки, комментарии, за донаты. Всем любви, добра, пока-пока!